Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. ОС, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Али. Как добиться успеха в карате? Спрашивает меня Али, как добиться успеха в карате? Успеха можно добиться не только в карате, но и в жизни, в самой, везде, в учебе. Карате – это способ твой, мой, тех ребят и девчонок, которые занимаются, сделать себя лучше. Если ты поверишь в это, ты точно добьешься успеха. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.